26 мая, 10 утра, зашла в беседку. Чего здесь только у меня нет, друзья. И веник. Это я опрыскивала деревья. Весной почему-то занесла в беседку. Здесь залежи несметных богатств. Вот это одеяло. Нужно вынести на солнце, чтобы просушить. Стол, все пыльное. Мама передала пакет какой-то. Ой, это юбка. Эту юбку я шила, когда дочери был годик. Сейчас у дочери 33. Вот, распорола. Я ее шила в складочку. Такая красивая тканюшка была. Потом это. Это, по-моему. Да, это не по-моему, это платье моей дочери, платьишко. Школьницы, когда была. Вот. Постирать. И в дело. Ой, это я вязала из старых носок, из капроновых колготок, которые уже негодные. Клела такую косичку, потом между собой сшивала, такая типа дорожки была. Надо порядок приводить. А я специально снимаю вам, чтобы потом было не стыдно. Сказала А, значит, надо сказать Б. Надо убрать, надо до ума довести, потому что уже на улице тепло, скоро лето. Надо все эти залежи убирать. Москитная сетка почему-то здесь. Нет, не почему-то. Я когда сушила в прошлом году яблоки, я сверху накрывала москитной сеткой, выпуклой стороной наружу, чтобы мухи, осы не садились, на яблоки не какали. Вот. Надо все убирать. Убирать, порядок приводить. Здесь я протягиваю. Брат мне протягивал провода. Когда дождливо, зимой, вывешивала белье сюда. Ой, вот эту вьетнамскую соломку. Ой, сейчас залезу. Вьетнамскую соломку. Ой, нет, надо залезть. Опа! Это у меня папина сестренка работала в городе Ленгер в профтехучилище. Она обучала там вьетнамцев. И вот они ей подарили. Красивая штучка была. Это вот папе с мамой она привозила. У меня была темно-зеленая, не знаю, куда она делась. Это вот у мамы в закромах нашла, забрала, повесила. Беседки. Дома-то ни к чему, но выцвела. А беседки самое то. Вот. Вчера ездила к маме, снимала видео по дороге. С вами разговоры разговаривала. Но будет дня 3-4 загружаться, потому что интернет слабый. И там вот такой значок посередине крутится, 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 крутится. Если интернет пропадает, он застывает. Потом опять перезагружаешь телефон, опять загружается. Там что? Целлофан. Это ветром унесло. В общем, здесь подметать нужно. В общем, пока так. Специально я вам показываю, чтобы как было до, и потом как будет после. Потому что у меня из-за интернета нет возможности привезти сюда ноутбук, чтобы монтировать в одно видео. Ребята, пока так будет. Поддоны. Так поддоны положила. И так в два ряда. Европоддоны. Видите? Тяжеленные. Ну все, друзья, буду убираться.